Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о новенькой iOS 13.7 Beta 1. Что же в этой новой бетке? В этой новой бетке совершенно ничего такого нет. Она весом почти в 500 мегабайт. И здесь есть уведомление о контакте зараженных лиц, которые касались. То есть это то обновление, которое сейчас в автоматическом режиме нам дает уведомление. Не нужно теперь никаких правительственных программ и так далее, и так далее. То есть это единственное обновление, которое касается этого, идет на улучшение качества связи, уведомлений, батарейки и все остальное. То есть сегодня я записываю скорость работы. Завтра вы увидите уже конкретно, покажу автономность, как работает на iOS 13.7 Beta 1. PremiumBeat.com. Вот как-то так. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!